Продолжаются раскопки на Таебинском городище в Яльчикском районе. После затишья в несколько десятков лет уже второй год подряд археологи Чуваши и Татарстана работают на территории первого булгарского поселения. Что они уже нашли, смотрите в нашем сюжете. Площадь в 26 гектаров. Века назад здесь жили люди. Как протекали их будни, какие орудия труда и посуду они использовали. Благодаря находкам археологов можно ответить на эти и другие вопросы. В основе научных исследований, как правило, легенды и мифы. Например, наши предки верили, что если прогнать скот через валы городища, можно вылечить животных от болезней. Еще одна легенда – на этом месте спрятано золото. Оно светится по ночам и не дается в руки человеку. Только в прошлом году здесь нашли более 20 тысяч артефактов. Итоги нынешней экспедиции еще только предстоит подвести. Ну, наиболее интересная находка – это вот как раз череп собаки. Считается, что их иногда закапывали в ритуальных целях во время сооружения каких-то объектов. Для нас это большая ценность найти такую находку. Считалось, что появление городища Хула датируется 13 веком. Но здесь нашли плоские крышки от горшков с песикообразными ручками и керамику, которая принадлежит концу 10 века. Археологи предполагают, что до городища здесь было небольшое поселение. Специалистам еще только предстоит выяснить, откуда здесь янтарь, восточная керамика и другие несвойственные этой территории находки. Видите, небольшой городок, но материал или культурный слой насыщен материалом. Материалами, находками. Это очень важно для установления занятий населения, чем занимаются горожане. Тут обнаружены следы металлургического производства, кузнечного дела, шлаков очень много. Археологи Чувашии и Татарстана объединили свои усилия в поисках. Археологическая школа Татарстана – это качественно несколько иной уровень археологии. Это одна из лучших школ, общепризнанная в Российской Федерации. Не только в Российской Федерации. Поэтому я не скрываю, что нам еще учиться, учиться и учиться. Мы прекрасно понимаем, сегодня пришли к единому пониманию, что у нас одна общая история. И Великая Волжская Болгария нас, безусловно, объединяет. Таебинское городище в будущем может стать основой для создания музейно-археологического туристического комплекса. Но до этого ученым предстоит еще очень большая работа. Она продолжится и в следующем году. Тем более, что пока из всей площади обследован только 1%. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Павел Иритков, Республика.